Всем привет, с вами Дюша Твердов, не совсем секретный бар, Екатеринбург. Я рад сообщить, что мы принимаем участие в Мархине Дэй Фесте. Мы вдохновились творчеством наших уральских рэперов Вити и Максима, знаете, таких ребят. И решили сделать верну со вкусом их фирменной березовской травы. А какое именно, додумайте сами. Ну и для того, чтобы познакомиться с мартини максимально полно, мы решили сделать три варианта объема. От маленькой рюмочки в 10 мл через шотик в 50, классическая рюмка мартини и целое ведро. Ну и для того, чтобы взять ведро мартини со скидочкой, можно выполнить ряд простых условий, а именно отметить наш бар Ой и Витю АК, получить это ведро мартини за пол цены. Представляете, пол литра мартини, можно в космос улететь. Очень сухо. Для тех, кто уже преисполнился различными твистами мартини, но хочет поэкспериментировать с классическими вкусами, мы подготовили конструктор мартини. Мы заготовили 4 вида вермута, а также несколько вариантов джинов и водочки. Здесь есть целовальник, здесь есть водочка Шмидт, а также различные джины с разных уголков планеты. Поэтому можете прийти и поэкспериментировать. Но начните все-таки с нашего твиста. Мартини 47 для вас весь месяц, не совсем секретный бар. Увидимся.